Привет, ребята, с вами Каиса, и я продолжаю играть в Resident Evil Deadly Silence. Классический режим за Криса Редфилда. Второй раунд, даже звездочкой вот у меня он у меня помечен. Особняк 2, этап игры. Так, по-моему, вот здесь я сохранился последний раз, медсклад. Так, ну и поехали. Так, вот это все мы не берем. А, ленты у меня нету. Отлично. Идем сразу к змее. Никакой магнум мне не нужен. О, охотник. А, ну да, он и стоял задом. Неужели он думает, что я оттуда могу прийти? Смешно. Так, используем ключ. Так, ну сейчас будет змея-босс. Кстати, не скипается вот это вот. Вот этот вот момент. Не все катсцены скипаются. Так ты чего? Чё, охренел что ли? Бред полнейший. Змея не убивается с ракетницы. Вот это номер. Так, окей. Спрыгиваем в темноту. Крис, ты прям Джеймс Сандерленд в натуре. Спрыгиваешь во всякие дырки. Так, ну что ж, спускаемся по лесенке. Херак! Херак! И нету зомби. Херак! Так, вы мне не нужны, господа. Зеленые едят белого. Да. Так, вот смотрите. Хрен я тебя убью, так. Вау. Вот чем плоха ракетница. И чем хорош нож. Нож имба. Ракетница говно. Так, ну мне тут надо две вещички взять. Это батарею стырить. И диск. Все, больше мне ничего не надо. Ничего. Чисто батарея и диск. Патроны оставлю вам, так уж и быть. Так, ты мне, мужик, тоже не нужен. Ты слишком наглый, прешь прям на меня. Так, двигаем эту статую, которая потом в Resident Evil 2 перейдет. Там еще такая же красная будет. И они типа друг на друга должны смотреть. Так, ну окей, берем диск, диск, диск. И выходим отсюда. Все, валим. Валим, я сказал, валим. Я тут вспомнил, изначально не было мод-дисков, и в эти машинки вставлялась обычная чернильная лента. В бета-версии так было. Это забавно выглядело вообще. Тебя тут никто не звал, вот. Чё ты пришёл, а? Ну чё ты припёрся-то, а? Припёрся он. Так, ребята-охотники. А чё, уже двоих порешил? Окей. Так, всё, валим отсюда в сад.
том подземелье. Надо только рукоять взять. Ой, блин, а я же сейчас... Давайте по первому этажу пройду. Тут, правда, пауки. Пауки, кстати, убиваются с одной ракеты. Ух, ни хрена себе! Вот это я рискнул. Вот это я сейчас рискнул. Ах ты, падла! Отвали нахрен. Нахрен ты мне не нужен. Вот что я тебе скажу. Так, что у нас тут? Диск надо убрать. Точно. Диск убираем. Рычаг достаем. Все, как говорится. Отправляемся. А, блин, у меня ленты нету. Вот печалька-то. Пойду возьму. Благо знаю, где взять. А, тут нет зомбака, окей. Благо знаю, где взять. Я чуть про тебя не забыл, охотничья ты морда. Так, дайте я уберу пока ракетницу. С ней бегать неудобно. Так, ну и... Идем вставлять батарею. Да, будет еще третий раунд за Криса и даже четвертый. Как оно весело-то, да? Ты чё на меня прыгаешь, падла? Змеиная. Не, вот в этом, как его, в ремейке эти змеи, вот они наглые твари. Здесь терпимо. А вот в ремейке они прям вымораживают. Так, ну, засовываем батарею. В этот отсек. Блин, кто придумал этот идиотизм, подсвечивать карту? Я понимаю, там какие-то в темных местах предметы не видно, но карту-то зачем подсвечивать? Идиоты. Да. Маразм, как говорится, крепчал. Так, ну идем в подземелье. Все, этот этап завершаем. Сохраняемся. Ну, можно на пятый. Сейф, вот это вот, слот. Я благодарю вас, ребят, за внимание. С вами был Каиса. Всем удачи. Увидимся в следующей серии. Пока-пока.